Жила-была женщина по имени Яна. Яна была очень успешной. Подведем печальный итог. У вас нет идеи, у меня нет обложки. У нее был свой журнал про одежду, поэтому все модельеры хотели, чтобы их шмотки понравились Яне. Эту модель я назвал «Хоботок». Еще у нее был муж. Чужой. Хочешь, я еще останусь? На час? Ну, просто я еще детей сегодня собирался уложить. Но потом в ее жизни появился настоящий мужчина. Янка. Поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй со мной. Я есть хочу. Это не так, мужчина. Ты что, не приспособленная? Привет. Я есть хочу. Опять? Что, в детдоме девочек не было? Сраный хаёк! Где твоя дочная няня? Я её проклял! Хрен ты вообще няню в нашем городе найдешь. Сама сиди со своим уголовником! Малыш! Мои глаза не вижу! Это конец! Это конец! Ты нас убьёшь! Ты не мать, ты росомаха! Кто? Она же меня не бросит. Ну почему она тебя должна бросить? Она же твоя мама. Ну да, мама. Кожей земли коснешься. Ты не догонишь, время истерся, кремень от дня. У вас был секс? А? Да ладно, я не против.